село Субботино. Именно здесь 18 апреля 1928 года в многодетной крестьянской семье родился Сергей Иванович Халин, будущий архимандрит Ипполит. Здесь Сережа окончил семилетку, трудился рабочим по ремонту шоссейных дорог, отсюда же был призван в ряды советской армии. С детства батюшка любил посещать храм Казанской иконы Божией Матери, где был крещен. Господь укреплял в его душе любовь к Святой Церкви, к чтению Священного Писания и житий святых. Так он начал размышлять о спасении своей души, о своем предназначении в этом мире. Характером он походил на мать, которая была очень доброй, трудолюбивой женщиной. Всю жизнь батюшка любил свою малую родину, свою семью. Да и нельзя было не любить. Луга, поросшие густой травой, леса, манящие прохладой, прозрачные реки. «Нас, детей, было 8 человек. Я самый последний», — рассказывал старец незадолго до своей смерти. 4 сестры и 4 брата. У нас вся семья была верующей. Дядя мой, протоиерей Михаил, служил недалеко, в Орлянке. Когда впоследствии я был на Афоне, я вспоминал там свою мать и плакал. Как и любому крестьянскому ребенку, маленькому Сереже приходилось много трудиться. Его старшие братья погибли на войне, и на юного мальчика легла обязанность быть главным помощником в семье. В войну, будучи еще отроком, он носил ведро с молоком от дома до железной дороги. Шел осторожно, чтобы не расплескать, 12 километров в любую погоду, и продавал молоко на станции. Так семья зарабатывала на жизнь. Приходилось ему при оккупации немцами Курской области рыть окопы, видеть, как погибали люди. Сережа был веселым, физически крепким и сильным. Как подрос, начал всех удивлять, другие после танцев гулять, а он к себе в хату, в амбарчик с зерном, и до утра читать. Совсем молодым работал на тракторе прицепщиком. Днем дороги укладывал, лес заготавливал, чтоб строилось село. Ночью опять принимался за чтение духовных книг, которых имел целый чемодан. В армии Сергей служил в зенитной артиллерии на Западной Украине сержантом. «Бывало, завернешься в одеяло, — рассказывал батюшка Ипполит, — вспомнишь дом, прочтешь про себя «Отче наш» и так ложишься спать». После армии еще некоторое время работал в миру, а потом ушел в монастырь. Что побудило сильного и красивого молодого человека стать монахом, останется для нас тайной. Батюшку до сих пор вспоминают в родном селе, отмечая его необыкновенную доброту и жизнерадостность. Родная сестра отца Ипполита вспоминала, что в молодые годы он любил петь народные песни, обладал чувством юмора, старался подбодрить других. Все в родне ему были одинаково дороги, все были братья и сестры. Когда отец Ипполит вернулся с Афона, он приезжал в свое родное село, подолгу на крылечке беседовал с односельчанами. Говорил: «На Афоне я молился за все Субботино». Батюшка очень хотел построить в родном селе храм на месте взорванной в советское время церкви Казанской иконы Божией Матери. После смерти родителей он продал свой домик в селе, а деньги пожертвовал на строительство храма. Глинская пустынь. Эта обитель была своеобразным университетом старческого окормления на Руси. Монастырь отличался особо строгим уставом. Сюда в 1957 году отец Ипполит поступил послушником, где трудился на разных монастырских послушаниях.
то время настоятелем Глинской пустыни был схиархимандрит Серафим Амелин, прославленный в соборе глинских старцев в августе 2008 года. Отец Серафим много сил отдал на восстановление обители. Главным свидетельством необыкновенного внутреннего облика старца был благодатный свет, озарявший его лицо. Его отличал удивительный мир и тишина. В тиши любого уголка, устроенного заботами отца Серафима, всегда была возможность молиться, работать, молчать и радоваться свету, чувствуя защищенность молитвами старца. Духовный отец батюшки Ипполита, преподобный Андроник Лукаш, прославленный в лике святых 21 августа 2010 года, также был прозорливым старцем, великим молитвенником, отличался необыкновенной кротостью и смирением. Старец Андроник говорил: «Живи ниже травы и тише воды, и спасешься». Для него все люди были святые, за всех он переживал и молился. Годы, проведенные в обители, оставили в отце Андронике неизгладимый след и способствовали его духовному совершенствованию. Здесь было положено начало высокодуховной подвижнической жизни. С восходом солнца он вставал на послушание, которое совершал старательно и с великой ревностью, а ночь проводил в постоянных молитвах со множеством коленопреклонений. В пище и питье был воздержан, из имущества держал только самое необходимое – церковную рабочую одежду, жесткую постель, на которой он ложился на короткое время отдыха, не раздеваясь. Впоследствии, где бы он ни был, всегда твердо исполнял свои монашеские обеты. Вся его жизнь была направлена к одной цели – спасению своей души и души ближнего. После закрытия Глинской пустыни епископ Павлин Крошечкин взял монаха Андроника к себе в келейники и в 1922 году рукоположил в иеродиаконы. В 1923 году иеродиакон Андроник был сослан на Колыму по обвинению в контрреволюционной деятельности. В ссылке отец Андроник был санитаром в больнице. Он ухаживал за больными с искренним состраданием и любовью. Все его полюбили, а сосланные узбеки даже звали мамой. В 1929 году во время болезни иеромонах Андроник принял великий ангельский образ – схиму с тем же именем Андроник в честь преподобного Андроника Московского. В 1939 году он был вторично осужден и сослан на Колыму. Почти год его держали в тюрьме, вызывали на допросы, угрожали и жестоко мучили до потери сознания. В сентябре 1948 года старец Андроник вернулся в Глинскую пустынь. Его душа, очищенная многими скорбями, была переполнена благодатных даров Святого Духа. Эта духоносность и привлекала людей к старцу. Он делом исполнил заповедь о любви к врагам и стяжал в своем сердце величайший дар Божией благодати – христианскую любовь к ближнему. Смирение и кротость безраздельно царили в его душе. Мудрый духовный наставник отец Андроник, утешая других, провидел внутреннее состояние человека и указывал ему верный путь к спасению. Его руководство отличалось особой мягкостью и добротой. Это привлекало к старцу и братью, и множество паломников. По его молитвам исцелялись не только духовные раны, но и телесные болезни. Был случай, когда послушник Сергий, отец Ипполит, тяжко заболел крупозным воспалением легких. Болезнь обострилась настолько, что врачебное вмешательство не помогало. Состояние все ухудшалось и ожидали уже кончины. Старец Андроник
совершил над больным таинство соборования, причастил послушника и стал за него молиться. На третий день Сергий встал совершенно здоровым. К отцу Андронику батюшка относился трепетно всю жизнь, постоянно ощущая его молитвенную поддержку. Последующий этап жизни батюшки Ипполита был связан с Псково-Печерским монастырем. Архимандрит Кенсарин Федоров об этом периоде рассказывает следующее. «С отцом Ипполитом мы вместе трудились и подвязались в Псково-Печерском монастыре, куда батюшка поступил после закрытия Глинской пустыни. Первое время работали на пекарне. Батюшка Ипполит отличался особой простотой, любовью, смирением. В феврале 1959 года на праздник трех святителей в Успенском храме по благословению наместника монастыря архимандрита Алипия Воронова нас вместе постригли в мантию. Имена дали в честь священномученика Ипполита и мученика Кенсарина Римских. Ночь после пострига мы провели в храме Лазаревского корпуса, где жили валаамские старцы. Спустя некоторое время отца Ипполита рукоположили в иеромонаха. Одним из послушаний батюшки Ипполита было водить экскурсии в пещеры Псково-Печерского монастыря, которые он исполнял целый год. В то время приезжало по 30-50 групп в день, и было всего 3 экскурсовода. Это была огромная нагрузка для тех монахов, которые исполняли такое послушание. С 8 утра до самого позднего вечера встречали они людей и провожали в пещеры. Летом особенно была ощутима разница температур, и, конечно, это сказывалось на здоровье человека. Но, несмотря на все эти трудности, батюшка Ипполит послушание свое исполнял с любовью. Приходилось ему общаться с валаамскими старцами. Отец Кенсарин, который на протяжении 8 лет был келейником схимонаха Николая Монаха, вспоминает. Старец Николай был слепой, но, общаясь с ним, я постоянно чувствовал около себя настоящего праведного человека, который своим живым опытом, примером являл святость не только мне, но всем приходящим к нему. Схимонах Николай имел дар непрестанной молитвы. С великой радостью старец Николай принимал братьев и паломников, многим целовал руки. Своим примером он учил смирению, послушанию и любви, а также поучал заниматься непрестанной молитвой. Братьев же поучал подчиняться наместнику и всем вышестоящим с великим смирением и любовью. Отец Николай всех учил жить в мире, любви и согласии, часто повторяя слова «Бог есть любовь, без любви нет спасения». С отцом Николаем был духовно связан иеросхимонах Михаил Петкевич. Иеросхимонах Михаил – великий валаамский старец, который последние свои годы провел в Псково-Печерском мужском монастыре. В Печерской обители отец Михаил вел, по сути, затворнический образ жизни. В храме почти не бывал, но ежедневно служил литургии у себя в келье. Был очень слаб и никуда не выходил. Старец Михаил был любвеобилен и снисходителен к человеческой немощи. Он везде и всегда скорбел о спасении других, стремясь по мере своих сил наиболее полно осуществить первое требование Божие к человеку – заповедь любви. Из воспоминаний архимандрита Кенсарина. «Будучи еще послушниками, мы с отцом Ипполитом часто посещали старцев. Много внимания и заботы батюшка Ипполит уделял отцу Михаилу, когда тот был болен. В последние недели жизни старца мы ежедневно читали возле него Евангелие.
Любовь к старцам сохранялась у отца Ипполита всю его жизнь. В 1966 году по благословению патриарха Алексея I отец Ипполит был направлен вместе с другими монахами для несения послушания на святую гору Афон в русский Свято-Пантелеимонов монастырь. Жизнь на Афоне была очень трудная, с непосильным каждодневным трудом и непрестанной, никогда не прекращающейся молитвой. Необходимо было возделывать землю, вести хозяйство, восстанавливать храм после приключившегося здесь страшного пожара. Отцу Ипполиту приходилось вместе со всеми и камни ворочить, и мешки с цементом таскать, и раствор месить. Кроме того, он еще успевал водить паломников по монастырю. Было трудно, но монахов поддерживала горячая молитва, Божия благодать и покров Пресвятой Богородицы, который везде ощущается на Афоне. Об этом периоде жизни отца Ипполита известно немногое. Греки посмеивались над ним, шутили. Ипполитус ксиполитус, замечая созвучие монашеского имени с греческим словом «босоногий». С палкой-посохом ходил он по афонским дорогам. Греческий священник, секретарь кинота отец Иосиф, вспоминает о старце. Сам возделывал огород, монастырских денег не брал. Жил в своей келье совсем один, без келейника, и ежедневно полностью вычитывал службу, а по воскресеньям приходил в соборный храм. Отец Ипполит был членом священного кинота, центрального выборного органа управления афонскими монастырями. В монастырь святого Пантелеимона он всегда ходил пешком. «Я запомнил отца Ипполита, — говорит отец Иосиф, — великим подвижником. Он был усерден в монашеском делании, стремился к воздержанию во всем, старался ничем никого не обременять и никогда ничего не рассказывал о себе. А если его спрашивали о чем-то личном, он произносил только два слова: «Я грешник». И, кланяясь несколько раз, приятно улыбался. Всегда прятал под подрясник свою очень длинную бороду, которую никогда не стриг. Известно, что промыслом Божьим через отца Ипполита сохранились останки старца Силуана для их прославления. Заслуживает внимания тот факт, что батюшка Ипполит исполнял то же послушание, что и преподобный Силуан Афонский, был экономом монастыря. Все время своего пребывания на Афоне батюшка хранил в своем сердце Россию, родное село, близких людей, любимых отца и мать, сестер. Выходил на пустынный берег и пел: «На чужой стороне я как гость нежеланный», пел и плакал. На вопрос: «Вы тяжело переносили разлуку с родной землей?» ответил однажды: «Да, тяжело. Я всегда говорил, что человек получает настоящее познание Родины только тогда, когда поживет на чужбине. Слово «Родина» нет цены». Богослужение на Афоне – это многочасовые бдения. После полуночи служба, с утра послушание, и так каждый день. Почти круглый год жара, очень высокая влажность. Во время службы все облачение мокрое, хоть выжимай. Отец Ипполит никогда не жаловался, сносил все молча, с улыбкой. Он отличался большой любовью к богослужению. Архимандрит Мирон Пепеляев, который знал отца Ипполита еще с Глинской пустыни и также подвязался на Афоне, вспоминает: «В Свято-Пантелеимоновом монастыре служили греки, болгары, югославы, сербы, которые всегда посещали и любили нашу службу. Они стояли на левом клиросе, а русские монахи на правом. Служба совершалась на двух языках – греческом и церковнославянском.
Служба такая торжественная, что все голоса сливались воедино. Многие монахи плакали. Дух Божий объединял всех. Во всем, в работе, в служении мы были вместе. По большим праздникам отец Мирон служил, а в будни пел на клиросе вместе с отцом Ипполитом, у которого был приятный голос. Батюшка Ипполит хорошо знал греческий язык, писал и говорил на нем. Известно, что на Афоне он посадил много деревьев своими руками. В основном это ливанские кедры. Сейчас они уже высокие, как в лесу. После сильных афонских ливней вырастает высокая густая трава, которая удерживает влагу. И в этой влаге зарождаются бескровные белые черви, калимары, покрытые тонкой пленкой. Отец Мирон рассказывает. Однажды мы встретили грека с палкой в руках и сумочкой, в которой он собирал этих самых калимаров. Так мы от греков узнали, что они съедобные, их можно есть во время поста, и тоже стали собирать. Варили их в котле, потом раскладывали на тарелочки, правда, первый раз ели с закрытыми глазами. Потом ничего, привыкли. На Афоне растут виноград, апельсины, лимоны, хурма, грецкие и миндальные орехи. С наступлением весны распускается миндаль. Вместе с отцом Ипполитом отец Мирон сажал картошку, лук, чеснок, пшеницу. Вместе ездили собирать урожай. Батюшка Ипполит запомнился архимандриту Мирону очень мирным, любвеобильным. Он никогда не гневался. Улыбнется и не отходил бы от него, вспоминает отец Мирон. Такая благодать. Вернувшись с Афона, отец Ипполит писал теплые письма своему другу. Приглашал приехать в Рыльский Свято-Николаевский монастырь. Но обстоятельства не позволяли этому осуществиться. Только после смерти отца Ипполита архимандрит Мирон приехал на его могилу. Через 10 лет после отца Ипполита прибыл на Афон схиархимандрит Илий Ноздрин. Он тепло вспоминает батюшку, особо отмечая его гостеприимность, любовь и большое смирение. Отец Ипполит и в самом деле любил гостей, водил их по монастырю, показывал им все достопримечательности. Всегда заботился о том, чтобы никто не остался голодным. Батюшка Ипполит писал с Афона очень теплые письма, из которых было видно, что он любил свою родину, своих людей и больно переживал эту разлуку, находясь на чужбине. В письмах батюшка часто повторял: «Дорожи тем, что ты живешь в России, целуй свою землю». На Афоне отец Ипполит подготовил себя для великого подвига служению Богу и людям. И спустя много лет память о нем так и осталась жить на Святой горе. Прожив на Святой горе в уединенной молитве почти 18 лет, отец Ипполит вернулся в Россию, продолжая нести послушание в Псково-Печерском монастыре. Архимандрит Кенцарин вспоминает: «Когда я узнал о возвращении отца Ипполита, то сразу же поехал к нему. Никогда не забуду, как батюшка Ипполит, увидев меня, идущего по территории монастыря, распахивает форточку и кричит, как ребенок, на весь монастырь: „Отец Кенцарин, заходи ко мне в гости“. Я был поражен такой простотой и любовью. У меня даже потекли слезы». В 1986 году архимандрит Ипполит получает благословение высокопреосвященного ювеналия, архиепископа Курского и Белгородского, на служение в Курской епархии. В течение нескольких лет он являлся настоятелем курских храмов, которые ему довелось поднимать из руин. В 1991 году архимандрит Ипполит был назначен настоятелем Рыльского Свято-Николаевского мужского монастыря, к тому времени возвращенного Русской Православной Церкви.
Рыльский монастырь стал особым детищем батюшки. Его трудами и молитвами этот маленький светоч православия не только физически поднялся из руин, но возгорелся тем светом любви, на который потянулись страждущие и искалеченные души. Со всех уголков страны приезжали сюда паломники, и автобусом порой становилось тесно на большом монастырском дворе. Люди добирались на попутках, шли пешком, если не было денег на дорогу. За эти годы старец основал 5 скитов. Кроме того, отец Ипполит говорил о необходимости основания 2 женских монастырей в Курской и Белгородской епархиях, а также Успенского мужского монастыря в Беслане и женского монастыря в Алагире на территории Северной Осетии, что и было сделано по его молитвам. Многие из насельников этих монастырей стали духовными чадами батюшки. Старец Ипполит молитвой и трудами приобщал к духовной жизни не только русских, но и осетин. Отец Ипполит очень любил и почитал святителя Николая. Часто он повторял: «Здесь настоятель не я, а святитель Николай». Батюшка благословлял читать акафист святителю Николаю каждый день, прося у него помощи во всяких житейских нуждах и сложных обстоятельствах. Условия были тяжелые, очень мало братьев. Несмотря на все эти трудности, батюшка Ипполит всех радушно принимал, всегда был жизнерадостный, и такие условия его ничуть не смущали. Он с Божьей помощью приступил к восстановлению монастыря. Монах Иоанникий Цыганков, один из первых насельников Свято-Николаевского Рыльского монастыря, рассказывает: «При распределении обязанностей я был назначен экономом монастыря. Перед нами стояло много задач. Надо было строить пекарню, обустраивать хоздвор, приобретать скотину и птицу. Поначалу было 3 коровы, 1 лошадь, потом 10, 50 коров и так до 150, а также гуси, куры. Недалеко от монастыря, в село Большегнеушево, по благословению отца Ипполита начали восстанавливать разрушенный храм Казанской иконы Божией Матери. В декабре 1998 года приход был преобразован в женский монастырь». Схемонахиня Гавриила Ком вспоминает: «Первый год нас было 2, я и монахиня Николая. Конечно, было нелегко, приходилось много трудиться, вели хозяйство, кормили трудников, которые помогали в строительстве монастыря. Мы начали роптать, а батюшка словно почувствовал наше состояние и приехал к нам радостный. Мы ему говорим: тяжело нам одним, много работаем, устаем. А он утешает: ну потерпите, потерпите, все у вас будет». И вот постепенно, по молитвам батюшки Ипполита, насельниц монастыря становилось все больше. Любил батюшка дарить коров монастырю, все спрашивал: «Матушки, вам коров еще привезти? 30 штук могу дать». Как-то приехали мы к батюшке в Рыльский монастырь по своим вопросам, а он нас уже встречает: «Ой, с Казанской лавры матушки идут». В монастырь приезжали 1000 людей, болящих, скорбящих и просто ждущих утешения. Отец Ипполит принимал народ в храме, в закуточке, на левом клиросе. Он любил уединение. Но при этом батюшка никому никогда не отказывал. Историк Щеголев Олег Николаевич рассказывает: «Вопросы, связанные с монастырем, касались архитектурных исследований. Я занимался исторической проблематикой этого проекта, и беседы с батюшкой Ипполитом были именно по этим вопросам. В разговоре меня удивило, что я совсем не задумывался о том, что и как мне сказать, над чем мучаешься в светских кругах. Отца Ипполита отличала достойная простота, в атмосфере которой можешь честно, не отвлекаясь внешними проблемами, просто беседовать с ним. Памятным для меня подарком от батюшки был деревянный посох. Отец Ипполит часто сам ходил с посохом и вырезал их ножом. Делал это аккуратно, обозначая вершину для кисти, потом раздавал свои палочки другим. Все, кто знал батюшку, говорят о его необыкновенной доброте. Доброта сквозила во всем его облике, во взгляде, улыбке, манере говорить.
он часто повторял: «Молитесь, ходите в Церковь Божию, читайте Святое Евангелие, Псалтирь, творите добрые дела, и Господь вам поможет». Игумен Нектарий Марченко, который подвязался вместе с отцом Ипполитом в Курской коренной пустыне и соборовал батюшку перед его кончиной, видел в отце Ипполите удивительное смирение, так как батюшка покрывал все любовью при невозмущенном устроении духа. «У него вся сила заключалась в простоте», — говорит отец Нектарий. «Мирное устроение духа давало ему и дар утешения, и мудрые слова, и способность помогать людям. Отец Ипполит не делал упреков, не обличал, пытался все покрывать любовью Христовой. Он тот, кто исполнял слова, сказанные апостолом Павлом: «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным». Батюшка Ипполит заполнял все своей любовью, расточая ее не на лица, а на сердца человеческие. Поэтому к нему ехали священнослужители, министры, предприниматели, бомжи, люди, вернувшиеся из мест лишения свободы. Отец Ипполит в каждом человеке видел образ Божий. С каждым он говорил на понятном ему языке. Иеромонах Петерим, наместник Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря, вспоминает: «Отец Ипполит душой всегда тянулся в Россию. Он очень любил свою родную землю, русский народ. Самое главное, что запомнилось в батюшке, это его любвеобилие. Он своим примером показывал, что Бог есть любовь». Хотелось бы отметить сокровенность духовной жизни отца Ипполита. Он был таинником, у него ничего не было на показ. Для незнакомых людей или для тех, кто видел его первый раз, он был тихим, неприметным старичком, а когда уже начинали общаться с ним, то замечали, что батюшка – человек необычный. От его любви люди раскрывались. Рассказывает протоиерей Владимир Волгин, настоятель храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках, город Москва. Батюшка Ипполит был человеком, который не мнил о себе, не вменял себе в заслугу своих подвигов служения. Для него истинным служением было то, к чему призвал его Господь. Он чуждался славы, избегал и старался не замечать ее. Для него не было различия в том, богатый человек или бедный, образованный или необразованный. В каждом человеке он видел образ Божий. Святой апостол Павел в своем послании говорит: «Я оставил все познания в мире ради дела познания Господа нашего Иисуса Христа». Такая святая простота, отмечает протоиерей Владимир, была у ныне поминаемого нами, и я думаю, находящегося в числе праведников, отца Ипполита. У батюшки было то, чему следует учиться нынешним пастырям: милосердие, терпение, смирение, любовь. Отец Досифей, который подвязался в Псково-Печерском монастыре вместе с батюшкой, говорил, что отец Ипполит похож на своего духовного отца, схиархимандрита Андроника. Нравом, манерой движения, взглядом, то есть все нелицемерно повторяло в нем черты духовного отца. Сам отец Досифей очень тепло отзывался о батюшке. И когда к нему приезжали от архимандрита Ипполита и передавали поклон, он, улыбаясь, говорил: «Помню, помню, хотел на Афоне куриц развести». Батюшка подчеркивал значение послушания архиерею, игумену, а также говорил о том, что необходимо иметь снисходительность и любовь ко всем. Иеромонах Владимир Быканов, скитоначальник скита Тимохина, вспоминает: «Отец Ипполит часто приезжал в скит, подбадривал нас шутками, за которыми иногда скрывался глубокий смысл. Когда в 1998 году я приехал в монастырь, чтобы поближе познакомиться с монастырской жизнью, то увидел, как батюшка Ипполит идет с братьей и, улыбаясь, говорит мне: «Вы к нам насовсем?» Позже, когда я уже принял решение уйти в монастырь, отец Ипполит говорил мне: «Приезжай скорей, а то набор закончится».
Батюшка любил труд и всегда служил примером для других. И камни сам носил, и бурьян вырубал. Бывали случаи, когда доярки не выходили на дойку, и батюшка в 5 утра сам доил коров, а после шел в храм служить литургию. Эту любовь чувствовали на себе даже животные. Вспоминает иерей Николай Руденко. Рассказывают, что на Афоне батюшка Ипполит развел курочек, и они за ним ходили по пятам. В Рыльском монастыре все животные его очень любили. Даже лошади, которых было трудно усмирить, слушались батюшку. По его молитвам больные коровы выздоравливали. Рассказывает послушник Олег Калитиевский. Одно время я возил батюшку Ипполита на машине. Были такие случаи. Приводили искалеченных коров, которых на скотобойню было жалко отдавать и продавать неудобно. Люди просили за коров 7-8 тысяч рублей, а батюшка давал 9-10 тысяч рублей, потому что видел, что люди бедные, нищие, есть им не на что. Был такой милосердный. Когда по его молитвам открылся женский монастырь в честь Казанской иконы Божией Матери, отец Ипполит туда жертвовал коров. Бывало, кому-то купит коров, а сам скажет: «Вот вам в подарок передали», а от кого не говорил. Стремление помогать другим твердо и неуклонно присутствовало у отца Ипполита. Вторым главным жизненным принципом был труд. Сам же батюшка не боялся тяжелой крестьянской работы. В монастыре им было создано довольно крупное хозяйство с животноводческими фермами, мельницей, пекарней и 2000 гектаров пахотной земли. Батюшка Ипполит учил, как надо делать дела. «У нас на Афоне, — рассказывал он, — был эконом. Приходят к нему и говорят: „Батюшка, дай метелку“. „Нет метелки“. „Метелочку бы, подмести надо“. „Я же сказал нет“. И так несколько раз, пока не услышали: „Да возьмите свою метелку“. То есть все время стучаться. Отец Ипполит не оставил после себя письменных поучений. Да и вообще в жизни был молчалив. Не потому ли особенно ценно каждое его слово, в котором звучала Божья мудрость? Он знал святых отцов наизусть и много их цитировал. В силу великого дара смирения, который он стяжал, батюшка часто не считал нужным что-то запрещать, препятствовать, тем самым оставляя за человеком право действовать по своей свободной воле. А еще давал понять, что тайный подвиг перед Богом выше явного перед людьми. «Мы забыли, кому мы должны подражать», — говорил батюшка незадолго до смерти. «Мы христиане и должны подражать Христу. Ученик Спасителя призван пройти его путь. Этот путь лежит через крест, через Голгофу». Постоянным жизненным правилом батюшки Ипполита были бесконечное терпение, снисхождение к немощам других. Всю жизнь он повторял: «Терпите, все терпите ради Господа». И это были не пустые слова. Отец Ипполит терпел так, что радовался от всего сердца, когда его обижали, и только переживал за обидчиков. Еще отец Ипполит любил повторять: «Главное с миром уйти, чтобы не стыдно было потом показаться». Батюшка был доброжелательный с людьми, имел тонкое чувство юмора. Юмор отца Ипполита был всегда добрым и со смыслом. Он умел ласковым словом поддержать человека, призывая его к миру со своими ближними через смирение, терпение и любовь друг к другу. После таких бесед со старцем в сердце пробуждались духовная радость и надежда на то, что с Божьей помощью все изменится к лучшему. Вот я знаю, что земля это прославлена чудесами. Расскажите какое-нибудь чудо, свершившееся здесь. Может быть, недавно. Отец, какое там чудо? Что ты тут? А, да, да вот помогай, отец, это. Земля таинственная, чудесная земля. Ну, так вот сейчас такое, можно сказать, чудо. Вот мы здесь молимся, к собору. И вот одна женщина, значит, она болела, сколько лет у нее было, опухоль груди. И вот, слава Богу, пришла через несколько времени и благодарит, что у меня опухоль пропала, получилось,
ну, нарывы, сейчас будете обращаться к врачам, и они будут, значит, уже дальше лечить. Да, да. Исцелилась уже, да? Да, исцелилась. Это уже, как сказать, мы по-христиански говорим, чудо. Это совсем недавно. Среди паломников, приезжающих в Свято-Николаевский монастырь, было большое количество кавказцев. Это были православные осетины, которые спешили к батюшке, иногда целыми семьями. Осетия Алания – древняя христианская страна. Проповедовать христианство здесь начала сама грузинская царица Тамара, которая была дочерью осетинской княгини. По благословению отца Ипполита в Осетии открылись Аланский Свято-Успенский мужской монастырь в многострадальном осетинском городе Беслане и Аланский Богоявленский женский скит в городе Алагире. Этот скит является самым южным женским монастырем на территории России. 4 сентября 2006 года епископ Ставропольский Владикавказский Феофан совершил в Аланском женском Богоявленском монастыре второе в истории Осетии массовое крещение людей. В этот день в монастырском озере было крещено около 900 человек, в их числе жители Владикавказа, Алагира, Ордона и Беслана. Вспоминает Гриценко Людмила Николаевна. В феврале 1993 года мы с небольшой группой поехали к отцу Ипполиту. Батюшка нас встретил очень тепло. В нем была такая простота. Я представляла себе старчество совсем иначе, с длинной бородой, клюкой, обличающей. А батюшка Ипполит очень простой, я ощутила благодать. Он сказал мне: «Ну что, матушка, надо нам монастырь строить, крышу достраивать, асфальтировать». То есть стал делиться проблемами монастыря, и это меня удивило. А также спросил: «А что у вас в Осетии, нет монастыря?» «Будут монастыри». После этого моя жизнь резко изменилась. Я понимала, что не успокоюсь, пока снова не почувствую то, что дал мне батюшка Ипполит – покаяние, любовь к людям. То, что я ощутила у батюшки, осталось в моем сердце. Позже я писала ему письма, сообщала, как идет строительство храмов в Осетии, потому что с батюшкой можно было искренне говорить об этом, так как его не может это не волновать, оставить равнодушным. Для батюшки Ипполита Рыльский монастырь словно расширял свои стены и становился монастырем, который должен быть в сердце человека. Когда говорили батюшке о достигнутом в Осетии, подчеркивая, как много уже сделано, отец Ипполит отвечал: «Мало, матушка, мало». Часто повторял, что надо делать людям больше добра, не щадить себя. Еще говорил: «Если бы люди знали, что их ожидает, они бы все время молились». Незадолго до смерти батюшка сказал: «Ну что, книга жизни закрыта? Скоро надо будет прощаться». Из письма митрополита Гедеона Ставропольского и Владикавказского. «Ваше высокопреподобие, дорогой отец Ипполит, по моему благословению во вверенном вашему управлению Свято-Николаевском монастыре города Рыльска проходит послушание ряд жителей Северной Осетии, имеющих склонность к монашескому деланию. Так было решено, поскольку в самой Осетии Алании монастыря не было. Ныне с помощью Божией и таких добрых людей, как Наталья Федоровна Носова, мне удалось открыть первый в Осетии монастырь. Есть кельи, есть храм, и есть более 20 насельников, ныне пребывающих в Рыльске, где они прошли серьезнейший искус, приобрели качества, необходимые иноку, за что я сердечно благодарю вас, дорогой отец-настоятель. Осетия нуждается в православных монахах. Новая обитель, трудами ее насельников, должна стать яркой свечой, просвещающей жителей огнедышащего Кавказа. Для послушников Осетии, ныне пребывающих в Рыльске, в Осетии много работы, как монахам, просветителям и защитникам святого православия, несущим Христову любовь обездоленным и измученным людям. В связи с этим, дорогой отец Ипполит, обращаюсь к вам с просьбой благословить их на отъезд на родину. С любовью о Господе,
поздравлениями с прошедшими праздниками и новолетием митрополит Гедеон. Рассказывает Носова Наталья Федоровна, директор регионального общественно-благотворительного фонда «Успение». Отец Ипполит сказал, что мне нужно создать фонд за действие в постройке монастырей в Осетии. Я тогда ничего не понимала в этом, но батюшка подбодрил меня и благословил начать дело. Спрашивал, а как же назвать фонд? Он подумал и ответил: «Успение». Для тех, кто не верит, успейте сделать добро, а для нас, верующих, Успение Пресвятой Богородицы. Батюшка Ипполит очень любил Осетию Аланию. Спрашивал меня: «Красивый там город? А люди хорошие?» Говорил: «Молитва с гор должна пойти на Россию». Предсказывал, что будет много скитов в горах. Говорил так, будто все видел, но никогда не признавался в этом, шутил. «Да это мне сказали». Батюшка знал все уголки, которые мы потом объезжали. «Есть храм, одни стены», — рассказывал он. И действительно, позже мы нашли этот храм. Отец Ипполит знал точное место построения женского монастыря в 5 километрах от Алагира, даже расположение озер возле будущей обители. Конечно же, было много трудностей, связанных со строительством монастырей. Отец Ипполит знал это, молился, утешал людей в трудные минуты. Приезжая как-то к батюшке в подавленном настроении, а он выходит навстречу сияющий: «Матушка, радость-то какая! Монастыри в Алании есть!» И другим об этом с радостью, любовью говорил. Однажды мы с отцом Ипполитом сидели под деревом и беседовали. «Батюшка, многие духовные чады заводят тетради, где записывают воспоминания, пророчества. А мы с вами говорим все о делах да монастырях». «Ну давай, матушка, о пророчествах». Глаза закрыл, помолчал. «Что же, матушка, сказать? Бог есть, везде Бог». И вот эти, казалось бы, простые, но проникновенные слова сопровождают меня всю жизнь. Я была телевизионным режиссером, училась в Москве, там поспела даже в аспирантуру, вот, и как бы все было хорошо. Как авторежиссер я заинтересовалась человеком, настоятелем Рыльского Свято-Николаевского мужского монастыря, звали его архимандрит Ипполит Халин. Почему? Потому что туда ездила вся Осетия. Вот, как бы, что за личность, которая способна так себе притягивать? А поскольку у меня был телевизионный журнал «Портрет на фоне горы», вот много таких интересных людей через него прошло, я поехала. И вот я помню, я вошла в эти ворота монастырские, и все. И я вдруг поняла, что есть совершенно другая жизнь, которую я ничего не знаю. Вообще не знаю. То есть жизнь, которой карьера ничего не значит. Жизнь, в которой наживо – это грех, там, собирательство – грех. Сказать, что он что-то особенное говорил – нет. Сказать, что он какие-то проповеди – он вообще не говорил проповеди. Но вот много-много тысяч людей к нему ехало и получало. По его молитве много чего происходило у людей, но главное, что они получали, вот главное его чудо было в том, что он приводил душу человеческую к Богу. Не к себе любимому, не к соседу, не к собрату. Он вел ее к Богу. Когда я стала от него уходить, он остановил меня за руку и сказал: «Вы знаете, что я монахиня?» Вот, на что я жутко разозлилась и сказала: «Вообще, откуда знаете, кто я?» А он говорит: «А у монаха вот здесь крестики светятся». Ну, и я долгое время ходила, вообще не понимаю, что происходит. Это в мои планы никак не входило. Я же, у меня совсем по-другому должна жизнь складываться. Вот. А потом как-то стало все так вот, осмысление такое приходить, не сразу. Я потом поехала в аспирантуру, быстро сдала экзамены очередные и опять сбежала в Рыльск. Вот, в бачке там пробыла 3 месяца. Уже как бы жила я этого, но сама я еще боялась себе в этом признаться. Он-то понимал. О своем отходе из этого мира старец стал говорить за 2 года. А летом 2002 года уже со многими начал прощаться.
Господь призывал его в вечность. Перед смертью отец Ипполит, несмотря на болезни, по-прежнему выглядел бодрым и сильным, могучим старцем. До последних дней не оставлял он тяжелый крестьянский труд. Никто не верил, что батюшка так скоро уйдет. Как-то отца Ипполита спросили: «Как вы, батюшка, поживаете?» «Да вот, к дому готовлюсь, пора домой собираться», — отвечал он. Это было за несколько месяцев до смерти отца Ипполита. Схимонах Иоанники Цыганков вспоминает: «Однажды рано утром мы с батюшкой шли за корпусом вдоль строящейся стены. Иоанники, Иоанники, — сказал он, — теперь мы с вами встретимся в вечности». Это было за месяц до смерти отца Ипполита. Рассказывает Николай Ковалищенко из города Курска: «Когда разговор заходил о смерти, то я удивлялся: какие же у вас, батюшка, корни могучие. Сами говорили, что брат отца прожил 106 лет, отец 104 года, и мать, и бабушка жили долго. За полгода до смерти батюшки в мае месяце 2002 года мы были с ним в городе Сочи. Номер в гостинице был очень удобный, с выходом на море. Мы жили с ним в соседних номерах. Меня удивляла хорошая память отца Ипполита, который знал огромное количество стихов 20-30-х годов и многие из них цитировал наизусть. Иногда даже говорил по-гречески. Однажды выходит батюшка на балкон, смотрит куда-то в морскую даль и вдруг мне: «Как вы думаете, отец, здесь осьминоги водятся или нет?» Я спрашиваю: «Батюшка, вам напоминает это Грецию?» Он отвечает: «Да, точно такое же впечатление, когда я был на острове. Такая же лагуна, так же светило солнце». Многие монахи на Афоне помнят отца Ипполита, передают ему поклон. И я как-то говорю ему: «Давайте, батюшка, поедем в Грецию, я все устрою». На что отец Ипполит отвечает: «Нет, возвращаться уже нельзя». Я много фотографировал батюшку, хотя соглашался на это он неохотно. Он очень любил природу, животных, которые словно чувствовали эту любовь и тянулись к нему. Есть уникальная фотография, где на руке отца Ипполита сидит птичка или где батюшка кормит белочку. Через 2 дня после нашего возвращения из Сочи я сильно соскучал по батюшке и, бросив все свои дела, поехал к нему. Стучу в дверь кельи. «Кто там?» – спрашивает отец Ипполит. «Я называю себя». Дверь открывается, батюшка серьезно смотрит на меня: «Молодой человек, я вас, по-моему, где-то видел, но заходите». В миру, будучи руководителем, принимая по 20 людей в день, я на собственном опыте испытал ту усталость, которая наступает в конце рабочего дня. Просто валился с ног. Когда я приезжал к батюшке, то меня поражало, как он в субботний день садился после молебна в 11 часов утра и порой до 11 ночи принимал всех приходящих к нему. Иногда я, как мирской человек, предлагала ему: «Батюшка, поехали, отдохните. Вы же так устали, вон даже синяки под глазами». Нет, все уговоры напрасны. Наступала суббота, он при любых хворях выходил к народу. Батюшка хотел, чтобы его похоронили в храме рядом с той стеной, где он принимал людей. Рассказывает послушник Олег Калитиевский. Накануне праздника введения во храм Пресвятой Богородицы у батюшки Ипполита случился инсульт. Врачи констатировали глубокую кому. Удивительно то, что, находясь в тяжелом бессознательном состоянии, отец Ипполит все слышал и понимал. Доказательством тому был случай, когда эконом монастыря, схимонах Иоанники, подошел к постели старца и заплакал: «Кто же меня теперь благословит?» В ответ на это отец Ипполит приподнял руку. Из воспоминаний историка Щеголева Олега Николаевича: 2 декабря мне позвонили из монастыря и передали, что батюшка Ипполит готов встретиться со мной. Это было за 2 дня до того, как отец Ипполит тяжело заболел. Но я ничего этого не знал и почти 2 недели собирал необходимые для поездки материалы, связанные с историей Рыльского монастыря.
18 декабря я прибыл во Львов, расположился в гостинице. Надо заметить, что я никогда не смотрел местный канал телевидения, а тут включил телевизор и вижу репортаж из Рыльска. Вчера скончался настоятель Свято-Николаевского Рыльского монастыря архимандрит Ипполит. Завтра состоятся похороны. Батюшка словно позвал меня к себе на похороны. Когда я приехал в храм, народу было так много, что невозможно было протолкнуться. После службы я встретил монаха, который звонил мне тогда. В тот самый день, когда отцу Ипполиту стало плохо, он вошел в его келью и увидел выпавшую из рук батюшки книгу. Это была книга об истории Рыльского монастыря, а на подоконнике лежала та самая записка с перечислением нужд на изучение истории монастыря, которую я передал отцу Ипполиту несколько месяцев назад. Чудо всеобъемлющей любви Христовой не имеет конца, как не имеет конца и сама любовь. «Все только начинается», — говорил и сам отец Ипполит. В день отпевания и погребения батюшки, 19 декабря 2002 года, в престольный праздник святителя Николая Чудотворца, у многих было такое чувство, что мы не расстаемся с ним, а провожаем в небесную обитель, вечное блаженство. На нем исполнились слова святого апостола Павла: «Для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение». Мы стали свидетелями знамения Божия. На небе сияла радуга, и на солнце было видно изображение креста. По отшествии отца Ипполита из этого мира мы все получили еще одного ходатая пред престолом Божиим за нас грешных. Упокой, Господи, раба Твоего, архимандрита Ипполита и его святыми молитвами. Помилуй нас. Святой обители в начале 90-х годов пришел архимандрит Ипполит, назначенный сюда, который подражал во многом, невольно подражал добродетелям святителя Христова и чудотворца Николая, а именно имел глубокую искреннюю веру в Господа и был уверен в том, что Господь силен подать все, и который имел любовь искреннюю и нелицемерную к ближним, не разбирая, кто и в каком виде к нему пришел. Это в нем душу и образ Божий. И видя эту любовь отца-настоятеля, по его молитвам собиралось братья, и приходили люди, и начал восстанавливаться с помощью Божией, молитвами, трудами отца Ипполита этот древний и старинный монастырь на нашей земле.